Здравствуйте, господа! С вами Лиля Павловна Коваленко, эксперт по моделированию поведения личности в турбулентном мире. Да, в таком мире мы сейчас живем. Некоторые застали несколько даже формаций, потому что срок жизни сейчас удлиняется, а 100 лет всего лишь прошло тех самых событий, которые были переломными. Сейчас еще много интересного. И поэтому этикет меняется, меняется основательно. Первое – это жесткие границы. Почему помню все, многие во всяком случае, как можно было без звонка и предупреждения прийти к любому в дом, ну уж во всяком случае, позвонить. Нет, теперь мы пишем. Теперь мы пишем, телефоны практически не звонят. Живем во времена перемен. Пожалуйста, учтите, мы сейчас все больше и больше в зуме, в стримах, во всяких прямых эфирах. Иногда мы позволяем себе в теплое, в жаркое время года выглядеть совсем не так снизу, как сверху нарядно и элегантно. Бывают даже шортики, а иногда и просто трусы у мужчин. Поэтому соображайте, как себя вести в подобной ситуации. Но имейте в виду, если вы работаете нормально одетым, вы работаете с другой харизмой. Вы это тоже учтите. Но если вы это не учитываете, то хотя бы понимаете, что рубашка спасает и мужчину, и женщину. Не сидите в растянутых майках. Это производит неприятное впечатление. Адвокат в растянутой и не совсем элегантной майке. Давайте будем любить друг друга. А давайте жить вкусно. А давайте жить счастливо. До встречи!